Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту, который вчера успешно стартовал, Правком. На балансе у меня 690 рублей. Сегодня я выведу сейчас денежку отсюда. И у меня активирована одна площадка FastFood. Друзья, действуют переливы, и я это почувствовала. Значит, давайте перейдем к моим рефералам. У меня активированных рефералов 3 штуки. Вот FastFood один человек, потом второй. Нет. А, 4 даже. И еще вот 1, 2, 4 человека. Вот. Теперь FastFood. Значит, первый уровень. Вот это вот матрица за 250 рублей, друзья. Вот первый уровень. Должно встать 3 человека. Во второй уровень должно встать 9 человек. За первый уровень, кстати, я получаю 200 рублей. Вот. 90 рублей, вот это 690, это реферальное начисление. 200 рублей. На второй уровень идет 400 рублей. Значит, поднимаю второй уровень, нажимаю. 9 человек. А вот здесь уже, друзья, самое интересное. Это все, друзья, идут переливы. Вот. Понимаем, да? Потому что я вам показала, сколько у меня активировалось. И здесь со второго уровня, вот второй уровень, я уже на вывод, на баланс 400 рублей. 200, 400, 600 рублей. Вот. Доход 3600. На баланс 400, на третий уровень у меня перешло 3200 рублей. И на третьем уровне, когда у меня будет 27 рефералов, уже доход будет 86 400, 86 400 рублей. Сейчас нажму третий уровень. Вот у меня здесь пока еще 9 человек. Это также переливы идут. Согласитесь, супер, да? Вот. Никогда не надеялась на переливы, надеялась только на свои силы. Как поработаю, так и заработаю. А тут вот такие переливы. Значит, ладно, все, хорошо стартовал. Теперь что по поводу сарафана. Я зря не зашла, конечно, в другую матрицу. Но сейчас я в нее зайду. Так, FastFood я зашла, BigFood я не зашла. По поводу матрицы. Ой, по поводу сарафана. Так, для отправки предложения здесь вот у нас 15 баллов требуется. У меня нет баллов. Здесь мы будем вставлять описание. Сюда это мы удалим. Вставляем реферальную ссылочку, что мы хотим рекламировать. Ссылки, друзья, не сокращайте. Полностью ссылка. Далее что? Они здесь пишут. Вот обязательно к прочтению, обязательно вот это все читать, что красными буквами написано. Так, не пользуйтесь сервисами сокращения ссылок, иначе рефералы не смогут перенять предложение. Разрешены только реферальные ссылки. Предложения с сокращенными ссылками и ссылками не на сайт проекта, такие как на YouTube, ВКонтакте, свой блог и так далее, удаляются без предупреждения и без возврата баллов. Есть проект, скопировали в проекте ссылочку, разместили, вставили пин-код, нажали «Отправить». Имейте в виду. Значит, далее предложение. У меня вот здесь было одно предложение. Вот. Здесь уже баллы не нужны. И здесь также внимательно читаем инструкцию.
Так, нажмите кнопку «Перейти на сайт». Вот я уже как бы приняла одно предложение. Значит, зарегистрируйтесь на открывшемся сайте и скопируйте там свою реферальную ссылку. Вот человек поделился, как бы мне пришло уже. Вот это с сарафана. Я нажала «Перейти». Далее я нажала вот здесь. Тут все понятно, когда будет у вас, увидите. «Принять». Если вас предложение заинтересовало, вам понравился данный проект, и вы решили в нем принять участие, тогда в нем регистрируйтесь. Копируйте свою реферальную ссылочку в этом проекте. Будет окошечко, вставляйте свою реферальную ссылочку, вот моя реферальная ссылочка, и нажали «Отправить». Вот. Это я сегодня, вот, только вот буквально несколько минут назад, как бы все это проделала. Далее. Так, активируйте финансовую площадку Bigfoot. И получайте 3 балла в сутки. Всего баллов будет 2 раза в сутки. Того будет, выходит 6 баллов, если я правильно поняла. Далее, о системе сарафан. Я уже все перечитывать не буду. Все мы умеем читать. И все, можно это все изучить и прочесть. Ну а здесь вот сарафан. Вот. И вот здесь видите сарафан. Игнор или отказ. Ну вот так как-то для увеличения можно как бы кликнуть. Люди работают. Так, это я вам рассказала. У меня на балансе 690 рублей. Bigfoot. Нажимаю. Для активации системы Bigfoot необходимо иметь на балансе не менее 250 рублей. У меня 690. Я нажимаю «Активировать». И у меня стало на балансе 440. Ожидание активации. Вот. Теперь я что делаю? Я собираюсь выводить денежки. Так, баланс, пополнение, выплата, вставляю сюда 440 рублей, сюда ввожу пин-код. Нажимаю «Выплатить». Как видим, мой баланс обнулился по нулям. Так, выплата. А здесь вот все у меня идут. Вот я выплатил. Это вот мой, как бы, мои реферальные вознаграждения. Давайте перезагрузим страничку. Смотрите, видите, выплата. Я вот обновила статус «Выполнен». Идем на почту. Pair. И, пожалуйста, Pair плюс 435 рублей. 28.04. Комментарий правком.ру. Платит. Все замечательно. Друзья, приглашаю в проект. Кому интересно, присоединяемся. Ну, друзья, не интересно, проходим мимо. Ну, я такое все вам рассказала. Ну, здесь баннеры, конкурсы лидеров, новости, ну и выход. И посмотрите, регистрации более 6000. Выплачено более 355 рублей. Вот. Мне проект. Я проектом довольна. Ну, на этом все. Вот, заработано. У меня всего заработано 780 рублей.
Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.